сильной среде, так как мухобойки уворачиваются, сделать, провести технологию, вспомнить свое предназначение, свою божественную сущность, для того, чтобы воплотить это здесь. Это такая прикольная игра. Прикольно. Ну, прикольно, попа болит, да, немножко ужала крапивка, да? Соломки подстели. А, подстели, я тебе говорю, стань независимым, научись питаться, убери демонов из организма, покажи свою адекватность, сделай технологию, тебя будет не завалить. А социальное влияние, конечно, на меня, как вообще выжить на внутреннем мире? Как? Надо будет молчать. Надо делать то, что ты продолжаешь делать, выделить себе в течение суток часть времени, когда ты будешь делать то, что ты обычно не делаешь. Надо болтать, видимо. А вот когда будет результат, я построила виман, позвонишь, позовешь своего Пашу, друга покатался. Да, не лети спасать мир, только поймешь. Сначала сделай что-то, да, потом скажешь, слушай, Паша, да. Только так, молчать, виман вообще не мой, а за сталкинка не одной, да. Я тебя покатаю немножко, да, все, дядя Вася, да. Потому что не надо таких же создания Паши. Это называется социум. И тут уже Паша такой, да ничего себе, построю там, давай, летай. Тут Паша, ну, курить, ну, бросай. И так начинается твое распространение социума. То есть люди посмотрели уже, ага, я хочу точно так же. А как ты этого достиг? Ты говоришь, не пил, не курил, цветы всегда дарил. Маму тещу называл, зарплату отдавал. И он такой тоже, да плевать, не даю зарплату, лишь бы нам построить. То есть цель, средства. Социум не драконь людей. Живи, как живешь. Выдели часть большого времени в течение, когда занимаешься тем, чем ты занимаешься. Когда добился чего-то, показал другим. Но сначала добейся, прежде чем агитировать, рассказывать, кого-то ты попал, ты интересный разумный человек, будет все клево, давай побежай все туда. Они все не нужны. Потому что такие умные, спокойные, доброжелательные, которые раз-раз-раз. Разумное человечество. А важные передышки продолжать. Лена, можно мне еще к этому добавить, что когда приходит к человеку новая информация, путь сам открывается. Он тебя, ты увидишь. Как это взаимодействовать с непосвященными людьми, в частности, с наручниками, кроме просто элементарно скучно, пока ты понимаешь, что далеко. Взаимодействуй, вот выбери себе любого взаимодействия. Я с ними вместе учусь, и мне от них никуда не делать. Учились, пришел, сиди, лекция, да-да-да, бла-бла-бла-бла-бла. Если есть возможность, лекция, разумное человечество, бла-бла-бла-бла-бла, экзамен, бла-бла-бла. Учеба закончилась, сказала, привет, Паша, привет, Саша. Надя, еду к тебе делать строительский торт. Ура! Только мне надо еще этот написать реферат и быстро накатать надо. Так сейчас мы катаемся один сейчас, а? Тяжело с утра, бла-бла-бла, бла-бла-бла, да, да, вперед все побежали, бла-бла, да, все отлично, замечательно. Алексей, слушай, я вот чертежи приготовила, хорошо, у меня там 6-7 часов, потом все-таки в институт, надо, бла-бла-бла. Понимаешь? В то же время такое чувство появляется негативно, наверное, больше, что с ними вообще, ну, никак общаться, что ли, не хочется закрыться. Зачем они тебе нужны? Не разговаривать. Я тебя понимаю. Должен с ними... Ничего ты никому не должен. Вот ты вот с ними можешь, да, вот так. И у нас есть люди твоего возраста, они будут разные страны, там, да, да? Давайте мы вас всех соберем, и у тебя будет такого же твоего возраста, и классные чуваки, которые строят по вечерам зима. И тебе не надо будет там пройти. Уже свой заводишь, почему? Потому что лимон можно продать подороже, чем пиджак того профессора, который тебе вещает о благосостоянии, а сам получится вам в карман. Пока иди себя так, как идешь. Просто разработай себе план, что вот не светок, не светок, не светок, что я делаю совместно, как я развиваюсь, как я дальше расскажу. Сиди. Как только начнешь чувствовать эту независимость, все меньше и меньше и меньше умеешь общение, все больше и больше и больше найдешь для себе молодых, все, переключился, поехал. Вперед. Тошнит от их общества. Ну, смотри, ты что сюда пришел? Ну, пойди поблюй в коридор. Пришел, поблевал. Стошнило тебя, собрался, пришел. Надежда, в аудиторию опять. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сразу начнешь, смотри. Вечером позвони ребятам. Спасибо. Хочешь, звони, пиши. Любой проект мы тебя подключим, начнешь развиваться, расти. Любые технологии адекватному человеку, покажи свою адекватность. Прошел, бла-бла-бла-бла-бла, оставь людей в покое. Ты что к ним привязался? Тошни, пошел, побывал, пришел, бла-бла-бла-бла-бла, отлично. А Надя, там Света, Паша, я поехал. Оставь людей в покое. Что они тебе сделали?
Ну, как бы, получается, надо уже закончить. Заканчивать? Бла-бла-бла, вечер. Алло, я поехал делать коррический тест. Закончи, но спокойно. Человек не привязался. Оставь людей в покое. Они эволюционируют так, как хотят. Сейчас появился свой вариант. Попробуй его. Ну, не надо никого никуда звать, там, агитировать. Может, у вас своего друга, если он адекватный человек. Знаешь, со мной такое случилось? Там, Дмитрий, интересный. Пойдем их посмотрим. Просто прикольно. Приехали, да, отлично, помогли друг другу, починили друга. Придумали, что им совместно. И приехали, дальше в одну сторону. Оставим такое. Закончи. Никто не говорит, что не буду заканчивать. Закончи. Вот так глаза закрой, но закрой, закончи. Тошнит, пошел, поблевал, да. Ну, туда и ходить не хочется. Мне не хочется ложиться в 3 часа. Вчера я легла в 3 часа. Но я лягу в 3 часа. Мало ничего не хочется. У меня есть цель. Я хочу туда. У тебя есть тоже цель. Поэтому то, что хочется, мы запихнем себе подальше. Напишем план, чего надо сделать, а не чего хочется. И будем его делать. Поблюем и опять план. Поблюем и опять план. Оставь людей в покое. Чего ты к ним прописался? Ну вот сейчас он 4-й курс заканчивает. Ребята, я понимаю, молодой человек, хочется общения, хочется понимать, хочет идентификации, хочет друзей таких же. Но я тебя понимаю, я тебе с юмором так объясняю, но выход только этот. Ну труд же, нужно какой-то план, не все же просто так. Нет, ну я просто его план понимаю, он ищет одобрение от сверстников, ему хочется прикольно. Не с тетенькой, понимаешь, 35-40 лет сидеть про эти виманы разговаривать с своим другом, но только друга-то взять негде, поэтому друга придется сделать. Ну, то есть ты здесь потусуешься, станешь такой яркий, красивый, классный, или в другом месте потусуешься с каким-нибудь другим мастером интересным, станешь такой хороший, и как бы раз, как-то друг придет, скажет, а как ты вот такой, скажешь, ну вот я делал, да, друзей надо заработать, друзей надо создать. Когда я начинала делать работу, я обратила внимание, что да, вот так как ты, кругом, ну просто какой-то кошмар, разговаривать нечего. А мне ангел сказал, а что ты хочешь? Выгляни в окно, вот как лица людей из фильма «Сундук мертвеца». Хочешь себе нормальных друзей, сотрудников, соратников, берешь больного, лечишь, и получается нормально. Берешь больного, лечишь, и получается нормальный. А ты еще пока лечишь, он кусается. Ну как бы его аккуратно привести к этому. Начинаешь себя. Сначала решаешь вопрос сам, потом говоришь, Света, вот такая вот вопрос такой, слушай, не хочешь попроще? Света говорит, ну а что, ну а как ты? Ну я вот так решила. Одна Света скажет, не хочу. Паша скажет, не хочу. А Петя скажет, слушай, а давай попробуем. Трудиться надо. Друзей, сотрудников, соратников надо заработать. Хочешь себе хорошую группу интересных ребят? Знаешь, вот такого, вот там у Будды везде, все хотят. Найди наркомана, гомосексуалиста. Какого-нибудь киллера или извращенца. Почини им мозги, и они станут твоими соратниками. То есть возьми то, что никому не надо, приведи их в порядок, заработай. Ты попроще, идешь в строительское кафе, или в... Саша правильно говорит. Если сейчас просто места, да, тусуются, и там их ищешь. У меня жесткий вариант, конечно. Да, это да, очень жесткий вариант рассказывать. Идешь на йогу, строительские кафе. И тусуешься там, значит, среди этих людей, среди вегетарианцев, веганов, бессыроедов, на форумах, в интернете их вагон. Есть целые знакомства там и так далее, тусовки, где тусуются такие люди, которые ты хочешь видеть. А те люди, которые тебе не нравятся, они тусуются вот в институте, во дворе и еще где-то. Это те знакомые места. Тебе нужно просто открыть глаза и посмотреть, а где же места тех людей, места там, где тусуются теперь новые, да, которые будут тебе интересны. Вот, кстати, вот тусовка такая, вот, про другие игры, вот одна из таких тусовок. На самом деле, мало бы не найти таких друзей, соратников, которых тебе бы приятно сейчас а тут посмотреть или хотеть. Много людей ищет, самое главное. Друзей для интересного общения, которые вот занимаются самым... Таких, как ты, на самом деле вагон. То есть те, которые вот единицы из какого-то круга общения, которые как-то выделяются, и они понимают, что они один из всей компании. И они каждого ведут в интернет и ищут себе подобных, чтобы пообщаться и как-то задружить. Мы вот пошли дальше, мы вот встретились. Понимаешь, я почти год не видел как бы Елену. То есть я был на проектах, я не видел ее в лицо. Вот. И на вопрос, когда мы будем семинары проводить, она говорит, ну давай, организуй. Вот организовали семинар, встретились.
Ну, я круче всех поработаю, еще же 2 недели. То есть он на самом деле просто хотел посмотреть мое лицо. А я сказала ему приехать, если кто-то придет на семинар, окупится дорога, окупится еда. Хотя бы на первое время. Да не вопрос. Я лицо посмотрю, пусть семинар пройдешь. У нас на лицо надо. Кому-то нужно что-то еще. Посидеть рядом. Интересно, человек просто у него такое представление о жизни приятно. А вы вместе хоть сфотографируете, ты что с камерой, Так что надо сидеть? Саша, давай фотоаппарат еще. Просто давай подумаем и решим, что надо тебе. Хочешь таких же, как ты, вот сказали тебе, где их брать. И таких много. Как-то кто-то говорит, что люди все такие, сякие, там кривые, косые. А у меня таких нет среди вот. И у Саши сейчас нет. Ну, раньше были. Мы просто поняли, где брать таких, которые интересные, и обходить таких вот, которые там трудно, интересно. Но надо без фанатизма, не то что бросил, все, побежал, куда-то непонятно, что-то продавать, там что-то делать. Нет. Посиди, подумай, напиши план. Начни с вещей. Покажи, что тебе без него бла-бла. Сделай сам. Не надо, мама, зачем? Сделай сам. Говорю, мама, теперь я буду. Что, получилось сделать раз, ну что, а почему бы не открыть какое-то вот маленькое кафе, предприятие, которое будет приносить тебе доход, если ты уже все сам сделал, сам организовал, у тебя появится еще и денежка. Научился еще чему-то, предлагаешь людям, а они охотно тебе дают взамен что-то. Это просто маленький пример. Начни, просто ставь, поднимаешь капец, начинаешь работать, и оставь людей в покое. Что они тебе сделали? Не ты, а не что они тебе сделали. Они хотят развиваться в таком ключе. У них такое представление о жизни, они не знают полное право. Но так я их и не трогаю. Ну, ты вот так немножко расстроен, возмущен. А ты как бы высунулся и такой, ой, где сижу, тут плохо пахнет. А что это плохо пахнет? Нормально пахнет, просто ты уже как бы другого развития. Так ты посмотри подальше, где по-другому пахнет-то. И так выбрался, и так доползи до них, так и скажи, ну, давай, вот тебе ты будешь сидеть. То есть давай, попу поднимаешь, что ты делаешь там? Скорее просто показывается программа, потому что в таком-то возрасте, да, там, девушки-подружки, и парни должны быть друзья, какая-то компания. А он будет страдать из-за того, что, есть ребята, что белая ворона. Я говорю, я все время была одиночкой, белая ворона. Открыть свет, мне вот одиночество Сейчас есть интернет, ты уже не одинок. Раньше, кстати, может быть, похоже было. Потому что таких людей очень много. Не белая ворона, у нас не ценности. Куда не приткнись, он не знал, где есть. Начни с питания. Вот в Москве полно сыроедческих кафе, всяких лекций, семинаров, интересные люди. Сюда ездят. Иван Царевич есть такой персонаж. Кафе «Сырой обед» в Москве. Просто приходи и туда общайся. Ты можешь чаю попить там, из института куда-то пробегая, можешь чаю попить там в сыроедческом кафе. А там такие же, как ты, молодые сидят. Девчонки такие красивые, а такие красивые, без целлюлита, сыроедки. Сел, посидел, познакомился, интересы общие, она не курит, ты не куришь, ты стройная, она стройная, как в ангелоте. Вы безумно привлекательны, я привлекательна, а вы безумно... Вы красивы, я чертовски красивы. Вы привлекательны, а я чертовски. Я чертовски привлекательна. А я чертовски привлекательна. Чертовски привлекательна, почему бы нам не вот-вот? Да, и зачем прилетели? Друзей надо заработать. Зарабатывай. Поднимай попу и начинай прилагать усилия для того, чтобы их найти. А в чем разница между вегетарианцами и веганами? Веганы не едят животного белка. То есть вегетарианцы там не убивают. Есть разные виды вегетарианцев. Они есть, кто не ест мясо, но то есть едят рыбку еще. То есть рыбку убивать меньше штраф получаешь, чем за мясо, потому что мясо форма жизни выше. Есть вегетарианцы, уже веганы, которые ни мясо, ни рыбку, ни яйца, ни молочные продукты никакие, а только фрукты и овощи. Нет, фрукты и овощи. Это называется веганы. Они убрали все животные из организма. Следующее, это уже думаешь, что ты веганство тяжело, мы же все как пришли. Просто тяжело стали, думаю, а что другие едят? И так столько у них энергии, это уже Иван Царевич. Я так посмотрела, ничего себе, мужчина, и как заводной. У меня сыроед. Я такая, я тоже сыроед. Я перестала сыроедить. Конечно, все внутри сопротивляется и бесится. Но мне не до этого делается, а до того, почему он бегает быстрее меня. И мне это вот заводит как-то намного сильно больше, чем что-то у меня внутри колбасится и есть хочу. Знаешь, такая воля непреклонная. Воля такая, это же просто достижение своей цели.
Все, раз привели себя в порядок, потихонечку, никто тебе к среднему сразу так не толкает. Начни с торта, начни с вещей каких-то. Нет, есть похожее ощущение, что не доедаешь. Пища идет, а желудок изнутри чешется, до дна не достает. Правильно, потому что смотри, системы тонкие построены на живом продукте, это уже начинается из мира магии вещи. Сейчас просто те существа, которые привыкли есть, вот все подряд и все попало, они там все отголодные. Но ты, как божественное существо, божественная мага, можешь сказать так. Жалко, сострадаю, теперь будем модифицироваться. Они могут поменять свою структуру. Но это твое решение, ты хозяин. Это божественная мага, да, хозяин? Она может сделать все. Может превратить их в убийц, может превратить их в сыроедов, параноедов, вообще непонятно кого. То есть просто играй с этим. Ну хотя больно, да. Мне тоже не нравится за 3 часов работы. Я вчера работала, ничего. Пошла там, погудела немножко, упала. Все спят, я тут работаю, вышла и улыбаемся, как пингвины. Маша, мы улыбаемся, здравствуйте, добро пожаловать, добрый день. Ну а ты почему? Потому что, чтобы увидеть лицо Саши, да, нужно проводить семинар, нужно быть доброжелательным, нужно делать свою работу, нужно сделать то, о чем ты договорился с людьми, и нет никакого дела того, хочешь ты до 3 часов ходить, работать или нет. Поэтому хочешь чего-то получить? Ничего никакого дела, как тебе плохо. Маша улыбается, как ты видишь, Маша улыбается. А что мы сейчас имеем после расхрещивания? Вообще ничего, никаких оков, никаких привязанностей? От христианства ничего, но есть другие проблемы, которые тянутся с прошлых жизней. Это уже вот на проекте реконструкции. Мы брали расхрещивание, все, что касается христианства. Это первое, что позволит тебе уже и без нас жить. Но хочешь вот что-то... Что-то тебе может дальше понравиться, приходи, помогай, потому что построить поселение, а кто его будет строить? Может тебе понадобятся какие-то способности, а мне понадобится твоя сила там, или твой разум при проектировании дома или каких-нибудь технологий. Я поменяюсь. Деньги у нас ничего не решают. Давай поменяемся, что ты делаешь? Поможем друг другу. Ну, поможем друг другу и поменяемся услугами. Ты делаешь что-то для кого-то, я делаю что-то для себя. То есть не должно быть никакого паразитизма. То есть один делает, второй получает. Есть конкретные ситуации, допустим, практические долги, кому-то ты должен по прошлой жизни. Я просто предлагаю помочь друг другу, естественно, и обменяться ресурсами. Так все светлые живут на уровне другого ресурса. Давай подключайся. А если ты мне сам не позвонишь и не скажешь, Лена, когда вы собрались строить поселение? Что для этого надо? Я тебе раз список задиктую, вот это, вот это, вот это. Скажи, я вот могу взять этот кусочек, как работает, маленький кусочек. Пожалуйста, все, кто здесь, то есть это вот семинар, это все благодаря вот людям, которых ты видишь. Одна вот сказала, ребята, у меня есть дом, да? Посмотри, ты сейчас увидишь, ей его мыть, чистить, стирать, а надо ехать в Москву, она сюда не постоянно едет. То есть ей, впрочем, какая выгода от того, что мы здесь? Никакой. Но она хочет дальнейшее действие. Она хочет лекции каждый день. А для этого говорят, Маша, где здесь? Надо какое-то поселение. Я говорю, что надо? Для начала надо либо рассказать о нас. Может, это что-то интересного предложит. Маша говорит, у меня есть дом, приезжайте, я потерплю эту стирку, потерплю эту уборку, потерплю все. Если нужно для процесса, чтобы люди о вас узнали, чтобы было поселение, чтобы я могла на лекции ходить каждый день, надо делать работу. Может, смотреть это... Лене в глаза каждый день. Да, надо это делать. Они не получают за это деньги. Но я понимаю, она понимает, что чтобы люди приехали, чтобы они получили услуги за деньги, которые они инвестировали, чтобы все были сыты и готовы, она должна работать. Она тоже ложится, вот когда приходите все с бани, она ваши плавки потом до часу стирает, и в час она ходит вешать. В принципе, могла бы уже 2 часа спать. Но она хочет ходить на такие лекции каждый день за 100 рублей. Поэтому все тут делают все, чтобы получить на самом деле. Один хочет посидеть рядом, второй хочет лекции за 100 рублей, третий хочет ходить по воде. Елена, не пиши дело, просто у нас есть технологии. Мы рассказываем, ребята, мы можем здесь быть, когда вот что-то надо делать, как-то организовать. Один говорит, я сделаю это, а я это, а третий это. И знаешь, все делают. Хочется, не хочется, 5 утра вставать, 6, никого не волнует. Все просто знают, Маша думает о лекциях, Саша о том, что рядом посидит, там кто-то еще думает о чем-то, и у всех своя цель. Но цель-то какая у всех? Просто немножко вырасти. Поэтому никому здесь нет никакой выгоды от того, что проводится этот семинар. С другой стороны, все немного получили того, чего хотели. Поэтому подключайтесь на любом этапе. Какое вам... Общайтесь с людьми, общайтесь после семинара, спишитесь. На блоге постоянно публикуются новости. Читаешь, как люди говорят, Лена, что ты, вот как мы Сашу нашли? Он хотел разобраться со своими проблемами, но он разобрался, в принципе, был клиентом нашим. Говорит, что так сложно информацию думать, он идти специалист.
Ну, Саш, некому заняться. Ну, давай я возьму, я не могу тебе платить. Мне хватает денег, чтобы платить за квартиру, за еду. Потому что я не отказываю людям из-за того, что у них нет денег. Я пока вот так мы работаем. То есть, ну, пока вот так еще не организовано. Так что мне что, одного человека раскручивать, что 100 тысяч. Просто 100 тысяч – это будут другие деньги за 3 часа. Или одного человека за 3 часа. Но работать-то надо. Поэтому сейчас я деньги найду, а Саша, я тебе платить не могу. Саша говорит, мне не надо. Просто вижу, что ты как, зачем ты так делаешь? Мы стали делать сайт, нас обманул парень. Ну, мы с Гришей, как я переключала, в духоду включала машину, Саша говорит, включи. Какую-то вот штуку я такая, раз, и вот так, все ясно. То есть, ну, эти машины, механизмы, все очень сложно. Я могу вот починить, потому что Саша в голове. Каждый подсоединяется, каждый что-то предлагает. Вот Рома говорит, если вам помощь нужна, там мало ли кого понесет, Гриша понесет. Вот смен. Причем я говорю, Рома, я не могу себя, а вот с нами глядь. Думаю, не могу, нет денег, я не могу тебе вот самолет оплатить или там еду. Он говорит, слушай, я сейчас тут, у меня появилась сумма, давай я сам заплачу, полечу на семинар, просто чтобы вот если кого понесет, я провожу его на улицу подышать, а ты была свободна и не парилась из-за того, что кого-то понесло. Вот он прилетел, вызывает деньги, приходит тут, то есть не все здесь такие, понимаешь, все, то есть, да? Подключайся на любом этапе, который тебе интересен. Посмотри, какие мы делаем проекты. Посмотри, что мы делаем сложно. Что бы ты мог внести? Может, ты молодые сейчас, у них такие мозги классные. Ну, скажи, мне зачем так распространить информацию? Давай вот так, давай эти группы, давай эти соцсети. То есть, пожалуйста, начинай работать с Сашей. Нам нужно все, нам нужно видеосъемку, потому что мы не успеваем. То есть, у нас есть ресурсы, допустим, можно купить там камеру, можно оплатить себе билет, там, допустим, на семинар «Воронеж» отсюда. Можно оплатить себе еду. Мне нужно сейчас зарплату. То есть я честно говорю, есть такая-то сумма, ребята, как мы ее поделим, да? Я так говорю, мы купим камеру и там заплатим, там, допустим, Саша из Воронежа заберет, да? То есть мы купим еду, за работу денег не надо, хорошо, мы работаем бесплатно. То есть посмотри, где же ты мог себя найти, если тебе интересно, и просто ищи себя там. И тогда мы все вместе идем сюда, что ты найдешь среду, и ты сможешь получать технологию. Просто подумай, как нам всем и себе тоже облегчить жизнь. Так, ты видишь, мы адекватные. Чёрт, пьём чай и марафон, баня, тоже спать, походим, продолжаем. Я знаю, тяжелая нагрузка. Ребята, надо добить. Хотя большинство вопросов. И поскольку, ничего, оно в этом уровне, когда поедешь домой. Главное, смотри, чтобы тебе эти не поймали. Турун-турун-турун, такие с рожками и с хвостиками. Потому что они да Какие? Ну ты же знаешь, вот часто такая ситуация. Вот все, что плохого в твоей жизни, в ловушки их попало. Поэтому пошли ловушки разбирать.